Из Шымкента в Караганду пострадавшим от наводнения была отправлена гуманитарная помощь. За 3 дня работники Южно-Казахстанской ассамблеи, этнокультурные центры и просто неравнодушные горожане собрали соотечественникам около 7 тонн муки, риса, макаронных изделий, растительного масла, сахара, бытовой химии и одежды на общую сумму в 10 миллионов тенге. Организаторы надеются, что помощь будет доставлена в течение суток. Напомним, что в 4 селах Карагандинской области из-за резкого таяния льда началось подтопление жилых домов. Люди были срочно эвакуированы из сел Чкалово, Садовое, 1 мая и Сартубе. В течение месяца мы наблюдаем за событиями в Карагандинской области. Казахстанцы со всех областей отправляют гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения. Мы также решили не оставаться в стороне. И сегодня наша ассамблея впервые в этом году организовывает благотворительную акцию под названием «Помощь ассамблеи». В 2016 году прошло 5 таких мероприятий. В будущем планируем помогать не только пострадавшим от наводнений или землетрясений, но и простым гражданам, живущим за чертой бедности.